Нужна ли нам национальная идея? Безусловно, нация без национальной идеи погибает. Нации нужна здоровая мания национального величия, великая цель и общее дело, которое нас делает сплачивать нацию. Безусловно, забога царя Отечества, самодержавие, православие, народность стара. Ну, 19 век, тем более это был не оригинальный лозунг, это была калька с аналогичного британского лозунга тогда. Была советская идея. Сейчас нам тоже нужна идея. Идея выживания в мире, объятом кризисом на весь 21 век. Создание новой реальности со спасением белого человека. Я считаю, что русский-то авангард должен быть белого человечества. Просто спасение человечества от расчеловечивания. Безусловно, такая национальная идея, она не может стоять в трех словах. Она должна быть в системе образов, книг, кинофильмов, картин и прочего. Книги Максима Калашникова тоже попытка такую национальную идею в образах и, так сказать, в целях на будущее создать. Ну, удачно, неудачно, не будем говорить. Но самое страшное заключается в том, что эта власть, я не имею в виду конкретно Владимира Владимировича Путина, а та власть, которая пришла править нами в 91 году, это власть уголовников, трофейщиков, мародеров, которые пришли с одной целью. На России им было наплевать, на русских наплевать. Они делали здесь колонию для, так сказать, передела советской собственности, для того, чтобы ее стырить, и для того, чтобы эксплуатировать страну. Ну, а нас, как колониальное быдло, поломать всю сложную промышленность, оставить сырье, вот как МВФ предписал в 90-м году, и, собственно, на сырье качать и себе набивать карман. Это они сделали. Власть воров и трофеев никогда не сможет сформировать национальные идеи. Они 20 лет это пытаются с Ельцина делать. Ельцин первый заговорил. У них ничего не получится. Потому что любая национальная идея будет начинаться со слов. Эту власть нужно убрать. Эту элиту нужно счистить, истребить, заменить, так сказать, поставить у власти в стране, сделать, так сказать, высшими в стране подлинных русских, действительно национальных патриотов, думающих о стране, о народе, о деле своем, о промышленности, о науке, понимаете, в чем дело. То есть нужны люди типа, я не знаю, я не побоюсь этих сравнений, и Столыпина, и Берия, потому что думали о деле. Да? Вот люди, я не знаю, такого масштаба, масштаба Менделеева, масштаба Ломоносова, масштаба Сергея Павловича Королева. Вот, понимаете, придите вы к Королеву, который готовится к полету на Марс, скажите, слушай, Королев, давай распилим бабки, а? Которые ты вот полет на Марс готовишь. Да Королев бы тебе бы с порога бы, я не знаю, взял бы телефон бакелитовый и в лоб бы. Вот такие люди сейчас нужны. И любая национальная идея скажет, надо убрать, собственно говоря, всех этих Медведевых, Дворковичей, Путиных, Ельциных, Чубайсов, поставить совершенно новых людей. Они на это не пойдут. А значит, любая проект национальной идеологии, который будет делать эта власть, будет фикцией, симулякром, обманкой, которой никто не будет верить. Но у них, что бы они ни делали, у них получается, то идущие вместе, то наши, то селигер. Ну вот очередной селигер. Селигер, камалягер.